День добрый, друзья. Сегодня у меня Nokia Lumia 820. Такая вот модель. И замена тачскрина. Вот так он выглядит. Тачскрин в сборе с рамкой. Пластиковой. Телефон включается. Вот здесь тач треснут. Матрица сбита. Выключить даже не получается. Открываем заднюю крышку. Вытаскиваем батарею. Далее здесь у нас три типа болтов. Отвертка на Т6, откручивает саморезы по углам, 4 самореза. Сняли. Далее вот здесь вот по краям отвертка, наверное, на Т4 нам подойдет. Тоже саморезы. Ну и здесь посередине, я думаю, на Т5 самый раз. Снимаем заднюю панель, отстегиваем шлейф экрана, шлейф тачскрина. Вот она, наша плата. Достаточно простая замена. Удаляем пыль, потому что пластика у нас здесь не было. Есть комплектации без рамки, есть комплектации с экраном, то есть в зависимости от цены. Таким образом снимаем экран. Вот он, видите, у нас с металлической рамкой. И альтовоз, динамик верхний, то же самое надо будет переставить. Ставим экран. Вставили экран, снимаем динамик со старого тачскрина. Защитная сеточка стоит, ее тоже давайте переставим. В принципе, все. Ставим плату. Застегиваем тач. Далее заднюю рамку ставим. Давайте сразу проверим, все ли работает. Включаем телефон. Сейчас телефон загрузится, проверим наш тач. Грузимся. Телефон включился. Вот, вроде все работает.
И таким вот образом, быстро, буквально за 5 минут мы решили вопрос с тачскрином. Это была Nokia Lumia 820. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Всем удачного дня.